Парикмахер-универсал 5-го разряда – это специалист, который будет востребован в любом салоне. Уникальный курс был создан Надеждой Кашиной, руководителем образовательного проекта Professional Beauty, тренером парикмахерского искусства, чей профессиональный преподавательский стаж более 20 лет. В этом курсе есть представление о том, что человек и вообще любой парикмахер должен создавать какие-то определенные проекты, и чтобы он мог понимать, как персонализировать образ для клиента. Это очень важно на сегодняшний день, потому что именно будет работа не шаблонная, а именно персонализация под каждого клиента определенный образ. Анна Брагина много лет посвятила своей профессии. Она стилист со стажем, преподаватель и технолог, то есть хорошо разбирается в химических составах тех или иных средств по окрашиванию, в колористике и уходе за волосами. К своим ученикам она относится очень трепетно. Здесь настолько тесное общение 24 на 7. Знают у нас обучающиеся, что можно спросить преподавателя, что здесь нет неправильных вопросов. Каждый вопрос он будет правильный, потому что необходимо на него получить ответ. В процессе обучения парикмахерскому искусству вас научат делать мужские и женские стрижки. Вы овладеете технологиями окрашивания и эмилирования волос, этикету общения с клиентом и многому другому. С нуля у нас начинается 3-й разряд. Люди приходят к нам, учатся держать инструмент. Мы знакомимся, как правильная постановка ног, рук, постановка инструмента, как должен стоять мастер, на что он должен обращать внимание, углы оттяжки, какие проборы. Мы знакомимся, что такое волосы. После 3-го разряда следует курс повышения квалификации. Он начинается с теоретической основы, затем учащиеся проходят практику и отрабатывают ее на манекенах. Обязательно мы смотрим, все проговариваем, все практикуемся, и уже после этого приглашаются модели, и уже идет отработка на моделях. Старались создать такой курс, чтобы время, которое тратили девочки, было на самоизучение, определенные блоки, и плюс еще блоки больше практики дать. Такое сочетание теории, практики, самообразования, когда учащиеся читают специальную литературу и знакомятся с азами профессии, дает хорошие результаты. Дальше мы ту основу, которую они сами изучили, мы ее прорабатываем. Те вопросы, которые им непонятны, мы их точно так же опять изучаем. И идет уже отработка, больше на основу идет. В конце курса учащиеся самостоятельно создают образ и защищают его. Это является выпускной работой, после которой они получают свидетельство государственного образца. Это будет стрижка, это будет окрашивание и это будет укладка. То есть та работа коммерческого направления, которая будет в салоне. А у кого, как не у своего преподавателя, получать правильные ответы, ведь на время обучения он становится и учителем, и другом. Ставлю руку, трогаю, показываю, как мы моем голову, как почему мы именно так моем голову, почему именно такой массаж. Если вы планируете сменить профессию, повысить свой уровень знаний и научиться создавать незабываемые образы, приглашаем вас в первый профессиональный институт эстетики. Занятия проходят в центре Москвы, в комфортных классах, а теория отрабатывается на моделях. Здесь царит дружеская атмосфера, и вы чувствуете себя как дома.